Горные ритмы, удаль кавказских мужчин, гордая осанка и грация девушек. Народный танцевальный ансамбль «Эльбрус» из Карачаево-Черкесской республики открыл 59-й международный музыкальный фестиваль «Мир. Эпоха. Имена». Перед началом самобытного концерта с руководителем коллектива познакомился Сергей Морозов. Уважаемый Исмаил Николаевич, уважаемые артисты государственного ансамбля танца «Эльбрус», от имени жителей нашего региона, от имени государственной власти Ульяновской области горячо и сердечно приветствую вас на нашей земле. И сердечно благодарю за участие в одном из главных культурных событий нашей страны и региона, 59-м международном музыкальном фестивале «Мир. Эпоха. Имена». После официального приветствия артисты эффектно представили себя публике. Символично, что в этом году многонациональная Карачаево-Черкесская республика отмечает столетие со дня основания. К важной дате танцевальный коллектив подготовил настоящий хореографический калейдоскоп. Абатинский, черкесский, карачаевский и ногайский – у каждого этноса свои костюмы и нюансы характера. Черкесы, абазины, карачаевские – более кавказский народ. А есть у нас народ ногайцы, которые больше степняки. Вот приходится и эту сторону отражать. У нас визитная карточка нашего коллектива – это хореографическая композиция «Мы живем под Эльбрусом». Все эти народные танцы объединяет символизм. Женская партия олицетворяет лебедя, скользящего по водной глади. Шагов по сцене не видно. Завораживающего эффекта танцовщицы усердно добиваются на репетициях. Мужская хореография отличается силой, ловкостью и потрясающими трюками, вдохновил на эти движения горный орел. Безусловно, в этих танцах есть место проявлению любви и симпатии, но подают их через призму скромности и взаимного уважения. В основном танцы, они говорят об отношении мужчины и женщины без прикосновений, без каких-то... без ничего лишнего. Просто их разговор в танце. После выступления на нашей сцене «Эльбрус» отправится со своей программой дальше по городам России. А фестиваль «Мир. Эпоха. Имена» продолжит удивлять горожан и жителей области. Музыкальная феерия от лучших исполнителей продлится до глубокой осени. Виктория Чиркова, Юрий Ломатов, Улправда ТВ.